Мстители, мне требуется оценка угрозы с вашей стороны. Что-то происходит. Я все объясню лично. Я выслала свои координаты на штабной стол. Пора нам встретиться лично. Мстители, добро пожаловать в опорный пункт щита. Юрий держал его в тайне, но теперь он станет нашей новой базой. Мы обратились к лучшим оперативникам, так что большинство лиц вам знакомо. Познакомьтесь со всеми. Встретимся в моем кабинете. Вот опять. Я видел. Это что-то противоестественное. Они меня с ума сводят. Ты чё? Чего? Уронила чертов. Все в порядке. Можно не показывать удостоверение. Вот мы и встретились. Личный контакт повышает продуктивность. Голограмма все же многое не передает. В то, что я скажу, трудно поверить, но доктор Пим уверяет, что угроза реальна. По всему миру происходит искажение времени, так называемые тахионные бури. Нам нужна опытная боевая группа для исследования этих областей. Вы — идеальный кандидат. В ходе задания наши агенты окажут вам любую помощь. Агент Моралес отследит эти тахионные бури. Свяжитесь с ней и приступим. С возвращением, Мститель. У меня для тебя новое задание. Рада вас видеть. Здорово, что получилось снова поработать вместе.
Тахионные бури бушуют на всей планете. С каждым днем все чаще. Мы не знаем, что их вызвало, но очень хотим узнать. Мы считаем, они как-то связаны с местными искажениями. Это похоже на сбой во времени или очень яркое дежавю. Я вычислила место, рядом с которым почти постоянно происходят тахионные аномалии. Полагаю, с него лучше и начать. Альфа, сообщение принято. Начинаем дежурство. Если им как-то причастно к этим тахионным аномалиям, значит, оно готовит очередные стрёмные изобретения. Моника — верховный ученый АИМ, а значит, она будет здорово усложнять нам жизнь. Господи, я уже почти скучаю по малышу Джорджи. Тахионные аномалии, увеличение производственных мощностей. АИМ набирает обороты с угрожающей скоростью. Что ж, устроим им инспекцию. Похоже, день без происшествий утратил право так называться. Неизвестный входящий вызов. Не знаю, кто управляет этой птичкой, но ты залетел не в ту зону, дружок. Эй, Джарвис, мы разве просили подкрепление? Вот черт. Мстители? Момент. Повисите на линии. Ладно. Эй, Джарвис, удалось отследить звонок? Звонок исходил из здания впереди. Похоже, у вас появилась фанатка. Приятно, когда тебя ценят. У нее знакомый голос. Странно. Я фиксирую какие-то необычные помехи. Странно и необычно. Как раз то, что мы ищем. Бедняжка. Впереди бойцы АИМ. Кажется, они что-то ищут.
Нападем, пока не отвлеклись. Давайте, бездари! Хотел бы я оказаться на вашем месте. Спасибо. Есть. Тео, за работу. На радаре техника АИР. Если вы не в курсе, тут полно плохих парней. Секретное оружие. Ладно, меньше слов, больше драки. Похоже, этот бот был заминирован. Термальные изменения, сэр. А им не могли упустить это из виду. Это диверсия. Похоже, наша фанатка решила развлечься. Я поймал несколько сигналов бедствия.
служба безопасности АИМ в состоянии боевой готовности. Думаю, можно войти через развалины. К тому зданию, живо. Если поторопимся, то успеем прихватить эту штуку. Нам надо выяснить, как Моника связана с этой психионной историей. Кажется, наша таинственная незнакомка умудрилась здорово взбесить АИ. Вы так не вовремя за мной вязались, Старк. Поверь мне, я этого не планировал. А им поставила охранников на входе. Если вы от них избавитесь, я смогу подключиться к системе. Один из их агентов убит. Отлично. Этот член отряда нейтрализован. Сейчас буду! Я подключился. Отличная работа, Джарвис. Заходим. Ваш энтузиазм меня пугает, сэр. Не делай вид, что тебе это не нравится. И я снова здесь. Прости, что заставила ждать, Тони. Тони? Стой, мы что, знакомы? Ты меня не помнишь? Вот это было обидно. Я стольких людей знаю.
Хоть подсказку дай. Ладно, сейчас. Непревзойденная лучница и гимнастка, нет? Частный детектив на полставки, гений на полную. Носит фиолетовое. Я Кейт, глупый. Кейт Бишоп? Ну, ты же совсем малышка. Еще ребенок. Мне ж было 19. Тебя послушать, так соколиный глаз младенца обучал. Что ты тут делаешь? Где ты была? Еще будет время поболтать. Надеюсь, встретимся внутри. Мы на этаже. Куда теперь, Кейт? Идите по следу роботов и найдете ангар. Встретимся там. Целое кладбище роботов. Ты неплохо потрудилась. С тобой штурмовая группа, что ли? Да, я. Неплохо, малышка. Совсем неплохо. Есть что-нибудь интересное? Что-нибудь связанное с тахионными аномалиями, например? Чую, мы уже близко. Интересно, к чему? Ангар впереди. Найдите нужный терминал, остальное я возьму на себя. Ясно. Открыто, но не открывается. Что? Черт, АИМ меня заблокировала. Боюсь, я не смогу снять аварийные ограничения в этом терминале. У меня тут проблемка. Помню план лаборатории. Справа от тебя серверная. Думаю, тебе стоит туда завернуть. Ладно, сейчас проверю. Никуда не уходи, Кейт. Ладно, ладно, ладно. Не хочу говорить тебе под руку, но АИМ знают, что ты здесь. То есть и то, что я здесь, они тоже знают. И вряд ли они от этого в восторге. Так что... Ладно. Что именно мне искать? Так, я что-то нашла. Черт, это... Эй, Кей, ты здесь? Ее сигнал пропал, сэр. Видимо, линию связи перекрыли. Отключи меня к их системе. Вам надо взять под контроль все три консоли. Момент. Спокойной ночи, дорогуля! Ясно. Отлично. Главное, не дайте АИМ вернуть себе управление. Есть идеи, чем они занимались в этом здании? Высочайший уровень секретности, что-то крайне важное. Как только снимем ограничения, я попробую найти записи. Это может занять какое-то время. Ладно. Сначала давай доберемся до Кейта, а там займемся остальным. Это наша.
бы на вашем месте улепетывал. Ну, сам я так не поступлю. Отлично. Терминал под нашим контролем. Не подпускайте их. Ну, мне показалось, ты сказал, запусти их. Виноват. Это сарказм, сэр. Так, сосредоточься на подключении, ладно? Ничего. Что дальше? Еще не окончен, паразиты! Может, поможете? Нужна поддержка! Это было достойно. Они завладели одной консолью. Делаю, что могу, дружище. Вот теперь повеселим. Давайте, народ, постарайтесь. Они пытаются отключить меня от системы. Разберемся. У меня тут проблемка. Комендантский час! Есть. Снимаю аварийные ограничения. Ты еще с нами, Кейт? Я справлюсь, справлюсь. Не беспокойтесь за меня. Кейт, мы скоро будем. Ноги в руки и в ангар. Боюсь, у меня снова плохие новости. Файлы зашифрованы, я не могу их прочитать. Хватай все, что можешь. Разберемся потом, когда выберемся отсюда. Я знаю, я профи.
Придется разобраться с делами до обеда в 4:30. Ладно, мне пора. Спасибо за помощь, Тони. Стой, стой. Ты никуда не уйдешь, пока не объяснишься. Я позвоню. Ну, честно. До встречи, Мстители! Сможешь отследить ее, Джарвис? Координаты загружены на штабной стол. О, Мстители, кое-кто хочет с вами поговорить. Многие из вас помнят Кейт Бишоп, Соколиный глаз. А, не то слово. Кстати, не зовите меня Кэти, получите стрелу в глаз. Тони, привет. Нет уж, если мне нельзя звать тебя Кэти, то я тебе не Тони. Вспомним прозвище. Железяка? Не-а. Человек-ведро? Нет. Стальной титан? А что, неплохо. Тогда неинтересно. Так ты теперь в щите. Это сложно объяснить. А Клинт где? Тут тоже все сложно. Агент Бартон захвачена им несколько лет назад. С тех пор о нем ничего не известно. Мы с Клинтом искали директора Фьюри после Дня Мстителей. Что-то в официальной версии о им не сходилось. Слишком много узнали. Мы наткнулись на проект Тахион, и Клинт тоже пропал. Все это как-то связано. Тахионные аномалии, Клинт, Фьюри. Все, кто подбираются близко к проекту, пропадают. Но теперь мы знаем имя того, кто этим заведует. Доктор Лайл Гетц. Если нам удастся его допросить, можно устроить рейд и проект прикрыть. Надеешься переманить его на нашу сторону? Попробуем. Покажем, как неправильно он жил, и там, как пойдет.
Просто. Одобряю. Дело за тобой, железяка. Эй, Кейт, минуточку. Да, что? Ты не хочешь поговорить? Мы думали, ты мертва. И невесточки. Поначалу я пыталась связаться с вами. Глухо. Мне все эти 5 лет вам названивать. Я понимаю, что у вас были причины не отвечать, но... Стало ясно, что мы сами за себя. Думал, так безопасней. Для тебя. Все, кто был на Дне Мстителей, стали изгоями, мишенями. Но все изменилось. Если ты хочешь вернуться. Увидим. Эй, я тут подготовил кое-что в комнате вред. Специально для тебя. А ты намекаешь, что мне нужно потренироваться? Потому что прозвучало именно так. Нет, нет, я имел в виду это на случай, если тебе захочется потренироваться. Ну, пар там выпустить, размяться. Да я ж тебя подкалываю, ты что, не понял? А, точно. Это ж ничего, что я не понял, да? Не отвечай, сам знаю, что сдавать начал. Так, запись камеры наблюдения показывает, что чувак прибыл на объект примерно в 5 утра и с тех пор не выходил. Скорее всего, он по-прежнему там. Мы что-нибудь еще об этом парне знаем? Есть немного. Доктор Лайл Гетц, специалист по робототехнике, физике элементарных частиц и прочей заумной фигни. Ветеран АИМ и вдобавок реально стрёмный тип. Приятно, что эту часть моего донесения оставили без купюр. Когда я работала под прикрытием ВАИМ, он как раз взялся за некий сверхсекретный проект. Какой именно мне выяснить, так и не удалось. Что ж, раз уж мы тут, предлагаю покопаться в его личных вещах. Ха, это уж как водится. Ладно, отыщем этого Гетца. Но сначала придется пройти мимо охраны. Не вижу, где тут можно проскользнуть незамеченными. Все плотно оцеплено. Придется драться. Ты готова, Кейт? А, не я же последние 5 лет в потолок плевала. Следуй за мной. Ладно, поищем точку обзора. Может, увидим оттуда эту их крепость. Я вижу конвой с заключенными. Заключенными? Наверняка везут их в крепость. Ненадолго. Если им хотят завести новых друзей, придется им поискать их, как это делают все нормальные люди. У нас гости! Из разряда вооруженных! Патруля им прямо по курсу. Надо ж, как уточки в тире. Отбегался. Минус, по
патруля им. А вот и конвой. Тони, отвлеки охранников, я открою клетки. Чтобы найти слабое место, бей по замку сбоку. Похоже, ты это не в первый раз делаешь. И не во второй. Как только освободим их, Тео сможет телепортироваться с ними в муравейник. Хм, удобно. Похоже, это был последний. Журнал перевозок показывает, что внутри здания есть другие заключенные. Среди них трое. Ладно, продолжим наш путь к мрачной крепости тюрьме. У тебя интересные гаджеты, Кейт. Судя по виду, их не щит делал, так? Ну, мне случалось общаться кое с кем из АИН. Они все оказались такие растеряхи. Надо было только немного доработать. Удобно. Полевой телепорт, оптический камуфляж. Даже ребенок разберется. Точно. До чего приятно обратить против АИМ их собственные разработки. Приятно, кстати, поболтать о своем, а же. Займемся старым добрым злом. Ах.
хотите увидеть все мои пушки? Запросто! Это был последний. Пора войти и произвести впечатление. Надеюсь, мы соответствуем дресс-коду. А, тебе не сказали? Тема вечера – Аин Грамин. Божечки, звучит-то как. Мне нравится. Кэтрин Элизабет Бишоп, дочь Дерека и Элеоноры Бишоп, частный сыщик и бывший мститель. Ах, нет, они же бросили тебя раньше, чем официально утвердили в должности, так? А, следите за нами, что ли? Джарвис, они нас слышат? Да, мстители, мы с интересом следим за вами. О, отлично, значит, можешь смело катиться ко всем чертям, говорящий динамик. Постарайтесь не умереть, пока мы не встретились во плоти, мисс Бишоп. Я для этого слишком хороша собой. Ты права. Этот Гетц реально стрёмный тип. Полагаю, с элементом неожиданности все. Дальше придется пробиваться с боем. О, я на это и рассчитываю. Сначала вызволим тех ученых, потом отыщем Гетца. Yeah!
Кажется, это их лаборатория. И по совместительству тюрьма. Мстители! Спасите нас, пожалуйста! Тут где-то должна быть консоль, отключающая барьеры. Надо освободить эту фигню. Спасибо. Мы не хотели им помогать. Нас заставили. Эй, мы знаем. А зачем Гетц вас тут держал? Для экспериментов по робототехнике. Наша задача была интегрировать непонятные приборы, которые они откуда-то привозили. Они ничего не знают. Вы впустую тратите время. Внимание! Расход? Разумеется, лишние рты нам ни к чему. Вечно ты в своей лаборатории прятаться не сможешь. Не самый умный твой ход. Выбирайтесь отсюда. С Гетцем мы разберемся. Мелкая неудача. Очень скоро мне привезут новых. Незаменимых нет, кроме меня. Эй, Джарвис, Квинджете найдутся места? Найдутся, мисс Бишоп. Что ты задумала, Кейт? А, скрутить доктора Гетца и увезти с собой. После того, что мы тут видели, я его из-под земли достану. Ты настоящий соколиный глаз. Тогда идем. И все равно нас больше. Идеально. Я молодец.
печально, что приходится прибегать к насилию. Впрочем, чего ждать от ученицы Соколиного Глаза? Своему унилучу. Я сегодня не в форме. Над ранена! Док. Тащим его на корабль. Готовы к эвакуации. Давайте доставим его на опорный пункт. Думаю, Мария сможет из него что-нибудь вытащить. Она его возьмет за жабры. О, что-то рыбы захотелось.